Всем привет! Сегодня будет распаковочка вот такой замечательной игры. Анон 2205. Коллекционное издание для детей старше 6 лет. Итак, коллекционное издание видеоигры Анон 2205 для детей старше 6 лет. В металлической коробочке. Давайте вскроем тихонечко, чтобы не поцарапать коробочку. И посмотрим, что же там положили туда внутри этой замечательной, обалденной коробки. Такая коробочка железная. Тут пластик. Не пластик, а бумажка. Вот это железная коробка. Очень красивая. Ну что ж, посмотрим. Первое это у нас музыка. Трек музыки. Так, что тут у нас? Саундтрек из игры. Вот саундтрек. Потом послушаем. Оценим. Так, что у нас следующее? Следующее идет у нас. Вот так у нас идет карта Луны. Прикиньте, если вы попадете на Луну, вы не заблудитесь, если у вас будет вот такая замечательная карта. Такая карта. Все тут на английском, на русском не могу перевести на русский. Ну ничего, не заблудимся, знаем, что куда идти. Так что, если заблудитесь, пишите мне, и я вам расскажу, куда идти. Карта у меня всегда под рукой. Карта Марса. Обалдеть, красота. Следующее у нас идет, это артбук. Артбук Анон 2205. Тоже все на английском. Ну, мы и так разберемся. Нам картинки посмотреть можно зато. Вот какие картинки красивые. Ну, артбук вообще шикарный. Шикарное исполнение, шикарный. И материал обалденный. Это не передать на видео. Лучше приобрести и посмотреть лично. Персонажи, строение, водные, Арктика даже есть. Такие строения можно будет создавать во время игры и управлять. Замечательный бук. Вот, листать не перелистать. Очень большой, толстенький. Вот. Интересный артбук. И последнее, что тут у нас, это сама игра. Вот я отложу сейчас. Анон 2205 для детей старше 6 лет. Давайте посмотрим, скроем. Так. Ну, первое, что мы видим, это диск. Даже не один диск, а два. Так, мне его открыть. Открывается. Так, ну ладно, не буду трогать. Два диска тут, поверьте мне. Тут код для запуска. Еще один код. И книжечка тоже с паролем. Тут перед началом игры установка, удаление, предупреждения всякие разные, игровой процесс, вступление, службу поддержки, гарантия и все. Такая вот интересненькая книжонка. Ну, довольно-таки неплохо, скажу я вам. Неплохое. Грань, артбук, карта, чтобы не потеряться. И саундтрек для музыки просто.
послушать можно. Посмотреть картинки можно и карту посмотреть. Вот такой вот, такая вот игра. Замечательно. Если понравилась вам данная игрушка, переходите по ссылке, ссылка в описании. И приобретайте, играйте, наслаждайтесь. А на сегодня все. Всем пока!